футболе есть вещи, которые никогда не умрут, и одна из них – разногласия, вызванные решениями судей. И одна из таких встреч, которая запомнилась больше из-за ужасного судейства – матч чемпионата мира 2006 года между Хорватией и Австралией. Первое свое предупреждение Йосип Шимунич получил от судьи встречи Грэма Пола на 61-й минуте. На 90-й минуте матча арбитр снова показал ему желтую карточку, однако при этом не выдворил его с поля. Как выяснилось позднее, судья записал это предупреждение к себе в блокнот, при этом сократив фамилию до трех букв – Шим. А когда показывал вторую желтую карточку, подумал, что первую карточку показал другому игроку сборной Хорватии – Дарио Шимичу. Эту ошибку не заметили ни боковые судьи, ни инспектор матча. Наконец, на 93-й минуте Шимунич увидел перед собой третью желтую карточку и все-таки покинул поле.